так разговариваешь? Оденься нормально, я лечить тебя не буду, имей в виду. Мы тебе сейчас это купим, но это будет в честь дня рождения. Сколько можно повторять? Выключай свет. Подрастешь, поймешь. Господи, ты же еле на ногах стоишь, алкаш малолетний. Я тебе русским языком говорю. Ваня, посмотри за картошкой. Нет, вы на него посмотрите, он не успел проснуться, уже в компьютере. Хотеть не вредно, я тоже много чего хочу. И тебе не стыдно? Просто примери. Дорогой, тебе только одному в университете ничего не задают. У тебя все плохие, только один ты хороший, да? Сыночка, будь любезен, поубирай на стуле, устроил там склад. Не мамкой. Вот будут свои дети, поймешь. Хочешь идти гулять, мусор вынеси. Ваня, какой клуб? Не заслужил. Сдачу вернешь. Хватит есть одни бутерброды. В свои годы я с дедушкой и бабушкой так не разговаривала. Шапку одень.